Более 130 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в стране. Размер выплаты с 1 января по 31 декабря 2023 – 29 950 рублей. Напомним, такие средства выдаются многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего либо последующего ребенка. В Беларуси стартовала международная выставка-ярмарка «Продэкспо». Свою продукцию представляют более 120 стран. Новинки демонстрируют производители молока, мяса, хлеба, сладостей и напитков. Специалисты поговорят об импортозамещении на внутреннем рынке и вопросах продовольственной безопасности. Во всех регионах страны стартовал новый этап проекта по цифровой грамотности для людей старшего возраста. До конца 2023-го в 6 городах пройдут 12 мастер-классов. На бесплатных занятиях в территориальных центрах социального обслуживания населения волонтеры, сотрудники А1 делятся знаниями и показывают, на что способен смартфон. 15 ноября – срок уплаты налогов. В списке транспортный, земельный и на недвижимость. Выставленную сумму можно посмотреть в ЕРИП или в личном кабинете плательщика. За каждый день просрочки исчисляется пеня. За неуплату грозит штраф в размере 15% от суммы. В Могилеве задержаны оптовые закладчики. Ими оказались жители Бобруйска, ранее судимые. Пара работала на виртуальный наркошоп. Крупные партии товара они делили на более мелкие в съемной квартире областного центра. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.